Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Яно Самаюктам Винда Банам Манохар Ванчакалпатарувасча кипасиндвевача Патитананг павани бхавишнабхибхьо намо намах Мукам кароти вачалам пангум ланхайтигирим Ят кипатамаханг банди парамаанандамадвам Брандавай тулсидеввай пиявай кесвасвача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Санкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагодбараня Дхайям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетхасвадам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпад Паллаванакачандамани Чатая Биспуржито кемапикапубадушвадарши Пурнанурагараса сагарасару мурти Сарадикамай каданкипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бхудату Санкиртанай Кавитару Камала Хатакшо Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дадасиниттам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно прияма нангамада апахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чавакшаси Джоша Астихиде Самби Пам Шингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yachakta yovadatam vadinam vai vivad sangvad bhuvo bhavanti kurvanti chaisam muhuratma moham Tasmai namananta gunanya bhumne jachakta yo vadatam vadinam vai vivad sangvad bhuvo bhavanti kurvanti chaisam muhuratma moham Tasmai namananta gunanya bhumne Gauriya Goshtipati Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, если мы пытаемся отыскать ошибки в апракрита вачития в разнообразии, опираясь на нашу мирскую логику, на наш мозг, это говорит лишь о глупости, о нашей глупости. Годи Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, опираясь на свой материальный мозг, если мы пытаемся отыскать ошибки в пракритавачитья, бесконечное разнообразие адвайгьяна-таттвы, если мы пытаемся в ней найти ошибки, это говорит лишь о нашей глупости, ни о чем, кроме этого. Обусловленные души постоянно вовлечены в логические толкования, объяснения. Но естественным образом они обладают четырьмя недостатками, которые присущи всем обусловленным дживам. Брама-прамат, випралипса, каранапатав. Брама, Прамат, Випралипса, Каранапатава. Итак, обусловленные души не могут производить никакой сиддханты. Это совершенно невозможно для обусловленной души изобретать новую сиддханту, потому что сиддханта вечно существует. Никто не может ее изобретать, производить. Сиддханта вечно существует. Только лишь по милости Гуру Крипы, Бхагавата Крипы, Сиддханта возрастает, проявляется в сердцах чистого преданного. Сиддханта — это не гимнастические упражнения, так что я могу упражняться в ней. Прабхупад говорит, это не какая-то гимнастика, как в тренажерных залах. Люди наращивают себе мышцы с помощью поднятия гири. То есть в сиддханте невозможно преуспеть таким образом. Она автоматически проявляется. Есть этому много примеров. Много примеров в истории Гаудия Вашнавизма, Гаудия Баджана. Мы видим, что пока мы... То есть на этой истории мы видим, пока мы у стоп нашей Гуру Варги, Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупады, мы можем понять все. То есть имеется в виду, в соответствии со степенью милости, которую они проливают на нас, мы можем в большей или меньшей степени понять сиддханту. Но когда мы уклоняемся от них, разные сомнения, подозрения появляются у нас. И мы начинаем спорить со всеми и сражаться, воевать. Прабхупад очень хорошо знал, когда даршаник, это философ, знаменитый философ, по милости Прабхупады, или, возможно, этот преданный был очень развит в философии. То есть он под руководством Прабхупады замечательную сиддханту излагал. Сам Прабхупад ценил его.
по милости Прабхупады, он рассказывал прекрасную Гауди философию, имеется в виду, был прекрасный, то есть пандиты слушали его с тетрадками, то есть записывая за ним. Вся Сиддханта по милости Прабхупады может пробудиться в сердце, расцвести, распуститься. По милости Прабхупады, наша Гуру Варга, когда они проповедовали в Англии, по милости Прабхупады, они рассказывали Харикатху. Майвади не могут понять этого, но вайшнавы знают, что, несмотря на то, что то есть нет рядом Прабхупады и Бхактивинодакура, с помощью милости можно всю эту сиддханту под их руководством рассказывать. Прабхупад был в Майпуре. А представители нашей Гуру Варги были в Англии и других местах. Они проповедовали там, но по милости Прабхупады они были полны сил, полны энергии. Но когда мы заявляем, что это я рассказчик, это я делаю все, в таком случае все кончено. Много примеров этому. Такого, что преданные следовали Прабхупаду, прославляли трансцендентную славу Гаудия Матха, а затем отворачивались от них и, в конце концов, то есть падали. Они хотели доказать, что это мы могущественные, поэтому все так хорошо у нас и получается. И это есть майявада. Зависеть от своих собственных сил, полагаться на свое собственное могущество, энергию, силу. Как вчера я рассказывал, что все мы в большей или меньшей степени осквернены майявадой. Во что-то мы верим, а во что-то мы не можем поверить. Сейчас суть в том, что когда мы уклоняемся от Прабхупады, то есть те же самые люди, они по милости Прабхупады писали прекраснейшую сиддханту, непостижимую. Прабхупада посылал проповедовать этого преданного в Калькутский университет на разные важные темы. Но в конце концов он уклонился от Прабхупады, пал, но не мог осознать своего положения и начал писать нехорошие грязные вещи. То есть один и тот же человек под руководством Прабхупады писал возвышеннейшую философию, но как только он уклонился от него, он стал писать бесполезные вещи. То есть он написал много томов, но все они абсолютно бесполезные. Он даже не понимал, кто его Гурудев, в конце концов. Кешава Госвами Махарадж говорит, мы не заинтересованы в подобных книгах. Мы не хотим их читать, потому что, прежде всего, необходимо понять... Вот сейчас говорится о Субал Сакья, индийском писателе. То есть мы не заинтересованы в его книгах, нам они не интересны, потому что, прежде всего, мы должны опираться на то, кто его гуру, в какой линии он находится. Таким образом, мы никогда не прибегаем, не должны прибегать к помощи нашего образования, опираться на наше образование и так далее. Мы должны лишь зависеть от милости Верховного Господа, от милости Гуру Варги и Верховного Господа, для того, чтобы понять эти сложнейшие моменты джива-таттвы. Вчера я рассказывал о том, что Все это разнообразие, которое мы можем видеть и не можем, можем постичь и не можем, все это находится в категории Адвайя Гьяна Таттвы, уникальной Адвайя Гьяна Таттвы. И суть в том, что если Верховный Господь Шри Кришна — это Адвайя Гьяна Таттва, в таком случае все бесконечное разнообразие проявлено в материальном мире или в трансцендентном мире определенно подходит под категорию Адвайя Гьяна Таттвы, потому что без Адвайя Гьяна Таттвы не существует ничего.
Но это не говорит о том, что мы можем делать майявадские выводы. Адвайя Гьяна Татва. Не нейтрально. Прабхупад объясняет, Адвайя Гьяна Татва полна множественности, разнообразия, бесконечного количества разнообразий. И если вы не можете понять, что есть Шакти Татва, пока Шакти Татва не проявлена, мы ничего не можем говорить. То есть когда Бхагаван выражает свое желание совершать игры с Шакти Татвой, все проявляется. То есть, как я говорил о Ведастуте. Это замечательная шлока. О, Бхагаван, когда ты... Когда Шакти находится внутри тебя, ничего не видно. В этом мире ничто не проявлено. Но когда ты начинаешь играть со своей Шакти, различные лилы мы можем лицезреть. То есть все подходит под категорию Адвайя Гьяна Татвы. Тем не менее, мы не можем... То есть отрицать, то есть забывать о Шакти Татве. То есть они думают, что если Шакти Татва, нельзя соединить Шакти Татву и Адвайя Гьяна Татву, что они не могут существовать вместе. Но Годи Вайшнава знает, что существует Ачинтья Беда Беда Татва, непостижимая Татва. То, что в одно и то же время едино и отлично. Ачинтья бедабед. Порой мы объясняем слово ачинтья, переводим его как непостижимый. Но слово ачинтья если у нас в жизни нет цели, тогда если нет такой цели, что мы хотим отправиться к Верховному Господу, служить Ему там, тогда бесконечный баджан бесполезен. То есть мы обладаем нашей сильной твердой, мы должны обладать твердой верой в Гуру Варгу. Верим в то, что в следующей жизни мы обретем возможность служить, обретем возможность служения. И из этой цели мы должны черпать вдохновение. Как Рупа Госвамипад пишет, «Утсаха нищая дарья». Если нет вдохновения, если у вас нет никакого вдохновения, как мы можем прогрессировать? Как мы можем... То есть каждый день должен быть как новый день. Как в золотом конверте. То есть должен быть как новый неоткрытый конверт каждый день. Баджан полный энтузиазма. Если же я испытываю какую-то скуку, мне становится скучно, это говорит о том, что я совершил апарадхи. Потому что на пути баджана не может быть никакой скуки. Каждый день должен быть наполнен энтузиазмом и новой силой, прилива сил. И эти прилагаемые силы, прилагаемые усилия, наш энтузиазм — это коренная причина нашего успеха. Все бесконечное многообразие материального и трансцендентного мира находится под категорией, то есть в категории Адвайя Гьяна Татвы. Разница лишь в том, что в
вечном мире разнообразие вечно существует, а в материальном мире это разнообразие в конце концов подвергнется разрушению. Махапрабху приводит доказательства Сарвабхаума Пракашананде. Он говорит, что этот мир не фальшив, то есть я вижу его, он настоящий, но в конце концов он будет разрушен. То есть этот мир — это не выдумка, это правда. Точно так же, как и майя вечно существует тут, но мы не можем ее видеть. Итак, все разнообразия, мы должны понимать, что это принадлежит к категории Адвайгьяна Таттвы. Тот, кто полон, тот, кто вездесущ, всезнающий, вездесущ, не должно быть никаких сомнений в такой личности, в Верховном Господе. Прошлое, настоящее и будущее применимо к этому материальному миру. Но в трансцендентном мире время не измеряется таким образом. Для начала нам нужно внимательно постараться понять, что нет агьяна-таттва и, как вчера я рассказывал из Веданты, этот момент необходимо разобрать с разных точек зрения, с разных углов, иначе мы не сможем полностью понять его. Прежде всего, почему карма анади? Почему карма является анади? Изначальная цель, изначальная причина всей кармы. Будьте внимательны, я рассказываю это под руководством Баладева Видьябушана, Джива Госвами Пады, Бхактивинода Такура, Прабхупады, Вишванатха Чакравати Пады и представителей всей нашей Гуру Варги. Не забывайте об этом. Изначальная причина всей кармы — это желание исполнить эту карму. Коренная причина любой кармы — это желание ее совершить. Авидья, невежество — коренная причина этого материального желания. Забвение о том, что я вечный слуга Шри Кришны. Как я уже говорил много раз, видья и авидья вечно существуют. Не так, что Бхагаван это недавно изобрел. Нет, видья и авидья существуют вечно. Атма, чидатма, частицы чит, атма, гьяна мой, ананда мой, полна знания, блаженство. То есть джива обладает теми же качествами, что и Бхагаван. Качественно они идентичны. Авидья и видья вечно существуют.
в дживе. Коренная причина любой кармы — это желание исполнить карму, эту карму. А также невежество, авидья — это коренная причина материального желания. Если то есть мое забвение о том, что я вечный слуга Шри Кришны, авидья не внезапно, а то есть авидья, много раз Прабхупад говорил, Бхактивинода Такур объясняет, почему карма анади. Потому что нет такого момента, когда бы это она началась. Но если я задам вам вопрос, как это возможно? Материальный... Есть два разных времени. Материальное время и трансцендентное время. И если Бхактивинода Такур повторяет вновь и вновь, что мы не можем отыскать момента, когда началось. То есть, если мы не можем найти... Это простая логика. Если Бхактивинода Такур говорит, что мы не можем отыскать начало... Но это само собой говорит о том, что и нет этого начала, что это вечно. Когда бы не говорили, что Бхагаван Говинда Ади, что Гауранга — это тот, кто... Это воплощение Говинды и Радхи. Сейчас стоит вопрос, кто же первый, Радха, Кришна? То есть это глупая философия, пытаться выяснить, кто же первый. Эти аргументы бесполезны. Если я буду совершать баджан, который тронет сердце Кришны, Кришна вам будет обязан ответить вам. Он обязан будет принять вас. В таком случае, без всяких споров, я смогу, без всяких доказательств, я смогу понять, что есть что. То есть невозможно с помощью логики понять эти моменты. Никто не может понять. Мы постоянно говорим вечность, 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 но что, разве у нас есть полноценное понимание этих слов? Когда мы говорим «Рада Говинда», то есть с чего все началось же? У нас всегда в уме, все мы пытаемся измерить наши с точки зрения конечности. У нас грязная... Как Бхактивинода Такур говорит, у нас концепция испражнений, поэтому, то есть относительно этого мира. И это наша теория, это наш подход к этому миру, к оценке вещей, постоянно приводит нас в заблуждение, приводит к заблуждению. Пока мы вовлечены в материальную деятельность, мы никогда не сможем понять этих вещей. Если я буду совершать баджан таким образом, что сердце Кришны расплавится, Кришна примет меня, тогда и только тогда вы сможете понять, что есть что. Что есть что в трансцендентном мире. В Бхагаватам Шукадев Госвами дает нам некоторые указания. «О царь, что есть трансцендентный мир? Невозможно постичь это обычным людям, каждому». Like
Итак, Видья и Авидья вечно существуют, они вечны. Порой Видья проявляется в нашем сердце, порой Авидья, все зависит от обстоятельств, от положения, от ситуации, в которой находится Джива. Авидья, невежество — это коренная причина материализма, а также наше забвение о том, что мы вечные слуги Кришны. Авидья не произошло так, что она внезапно проросла у нас в сердце. То есть семя кармы, корень кармы, если мы не можем отыскать начало творения этого материального мира, это говорит о том, что он вечно существует, тогда... Какова разница между Майей и Авидьей? Майя — это Шакти Шри Кришны. С помощью Майи Кришна создает материальный космос. Брахма Самхите, я уже говорил много раз, цитировал. При помощи Майи Бхагаван создает материальный космос. Для того, чтобы исправить материальные души. И также Кришна совершает тот... Кришна, то есть всегда тут, то есть Кришна пребывает в своем игривом настроении. Все отвернувшиеся дживы, бахирмук, для того, чтобы их исправить, Кришна, несмотря на то, что он самодостаточен, абсолютно самодостаточен, он ждет новых и новых джив, которые придут к нему и будут с ним играть. Итак, при помощи Майя, материальная Майя, Бхагаван создает материальный мир. Майя обладает двумя функциями: Авидья и Прадхан. Прадхан. Авидья относится к дживаништхе, к дживе. Прадхан относится к материальным вещам, с помощью которых создан
материальный мир, возможно, элементы, материальным элементам. Когда я То есть споры, они вечные. Споры постоянно происходят между саду, и они не могут прийти к заключению. Это как вопрос, что первое? Семя или дерево? И постоянные споры на этой почве, нет решения этому. Потому что тут речь об Апракрита Джагат, а то, что касается трансцендентного мира, не может быть познано с помощью логики. Во время пралая, когда не остается больше ничего, вокруг лишь темнота, полная пралая. То есть существуют разные виды пралая. Пракрити пралая, нитья наймитик пралая, наймитик пралая. Но я хочу сказать, что во время этой пралаи все, что... То есть мы все видим в форме семени. В форме семени, которая находится внутри Махавишну. Еще один пример этому. Один царь, Сатьяврата, один царь по имени Сатьяврата, это история с Шримад Бхагаватам, когда он пришел к священной реке принять омовение, он каким-то образом рыбка заплыла к нему, как-то он ее достал. Критамала звалась старика. Рыбка сказала: «О, царь, не выбрасывай меня, не бросай меня назад в эти воды. Я боюсь там одна находиться, там могут меня съесть». И царь был поражен. Вот такая маленькая рыбка разговаривает. То есть он пришел туда молиться, совершать баджан, но в конце концов эта рыбка сказала, чтобы кто-то ей помог, и он поместил ее в какой-то аквариум, пришел во дворец. Она сказала: «О, царь, ты знаешь, я не могу тут жить, это слишком маленькое пространство. Я же растущая рыбка, расту». Тогда он в бассейн, в пруд, и она каждый раз просила больше и больше пространства. И он был поражен: «Что же это за рыбка такая? Ты кто такая вообще?» На самом деле я Матсья Аватара Бхагаван. Так вот Бхагаван играл с Сатьявратой. Но о чем я хочу сказать, что рыбка эта, Матсья Аватара, давала указания, наставления царю. Она говорила, что с сегодняшнего дня, начиная через 7 дней, весь мир будет затоплен. Пралая придет на эту землю. Поэтому постарайся спасти, то есть возьми семена, и во время пралая у тебя будет лодка, которую ты привяжешь к моей голове, и я... То есть, и мы будем вместе так путешествовать. Но ты постарайся взять с собой разные семена. И что я хочу этим сказать, это пока нет творения, unfolding from pradhan one by one unfolding sishti
Во время пралая все находится в форме семени, ничто не проявлено, так же как дживы. Также в непроявленном состоянии. Что же первоначально, семя или дерево? Постарайтесь удовлетворить Верховного Господа служением, и все эти вопросы не будут больше иметь значения. Постарайтесь, то есть вы найдете ответы на все эти вопросы, если вы удовлетворите Бхагавана. Когда Бхагаван примет вас, вы сможете все понять. Когда Верховный Господь примет вас, скажет: «О, ты мой, приходи. Ты мой, а я твой». Таковы вечные взаимоотношения. Что же такое материальный мир? Почему все это разнообразие приводит меня в замешательство? Потому что я не понимаю я гьяна таттвы. Если же я осознаю из сердца эти моменты, что все принадлежит к адвайя гьяна таттве, тем не менее присутствует разнообразие. То есть существует много разнообразий. Не будет никаких проблем. Авидья присуща дживе. Творение. Я уже рассказывал, как сотворяется этот мир. Карма анади. Как же карма может быть анади? Как она может быть вечной? Мы знаем, что существует... То есть сколько категорий джив существует? Те, кто произошли от Баларамы, и те, кто произошли от Атастха Шакти, также те, кто произошли от Брама Джьоти. Кто не сходит из Брама Джьоти? Я это в будущем в деталях расскажу. В двух словах это невозможно описать, с разных углов, с точек зрения необходимо это все рассматривать. Если мы скажем, что Бхагаван создал обусловленных душ, тогда мы нужно заключить, что он эгоистичен, почему он заставляет страдать живые существа. Но мы не должны так думать. Мы вообще никакого права не имеем осуждать Господа. Что такое Анади Бахирмук? Для того, чтобы это понять, прежде всего, нужно понять, что Брахма самоудовлетворен, пурна-васту, и он не испытывает никакой необходимости ни в чем. Почему же тогда Бхагаван переживает за это творение? Когда я говорю из Веданты, то сейчас я говорю... Вторая часть, первая глава,
32 сутра. Нет никакой необходимости. Без всякой необходимости. Только глупцы, то есть вот глупцы, они так, безумные люди делают разные глупости без нужды, ну, то есть без явной причины. А даже глупцы ничего не делают без, даже дураки не делают ничего без какой-то цели, без выгоды. Как я же вчера рассказывал, в деревне одна стоит деревня на Ганге, но нужно понять, что речь идет о том, что она стоит на берегу в Ганге. Лакшана — это понимание объекта с помощью, понимание сути с помощью признаков, понятия. Издалека, если я вижу красный флаг, возможно, там какой-то храм я должен заключить. То есть это лакшан, это называется лакшан. Но мы не можем постоянно опираться на такое извлечение знания. Махапрабху говорил Сарвабхаума Бхаттачарья, Сарвабхаума, когда значение ясно, значение сутр абсолютно ясны, почему я должен... Когда абсолютно ясные эти сутры, зачем нужно как-то изворачиваться, чтобы изворачивать их, чтобы искать какой-то вторичность смысла, наверное. То есть я все это ясно понимаю, но ты объясняешь так, что я прихожу в замешательство, я не понимаю, о чем ты говоришь. И тот отвечает, что, о, я думал, я тебя учу, а выходит, что ты меня. Порой кто-то говорит, о, Махарадж, Бхагаван Пурна. Почему же Бхагаван должен прилагать усилия, чтобы создать это творение? Кто-то может начать спорить таким образом. То есть, если Господь самодостаточен, зачем ему создавать этот мир? И сейчас встает вопрос. Какова же причина этому? Ответ в следующем. Брахма Пурна. То есть Бхагаван Пурна, поэтому у него нет никакой необходимости в этом творении. В этом мире мы можем видеть две вещи. Кто-то порой что-то делает для себя. Он чувствует необходимость в этом действии, а порой он делает что-то для других. То есть два вида действий, две причины действий. Но это неприменимо к Брахме, потому что Брахма самодостаточен, он полон. Таким образом,
Порой влиятельные люди выражают сострадание к беднякам. Такое имеет место быть. Но почему Ишвара берет на себя такие сложности, создавая в создании этого материального мира, предпринимает? Эта шлока содержится в Виша Упанишад и Брихадаранья Упанишад также. Why could Bhagavan can go for creation, and with creation there is so many jivas that and are taking trouble, and what Bhakti Mata is going to answer, I can discuss. Then for this reason, what can be the reason? Какова причина творения этого материального мира? Почему Господь принимает решение сотворить материальный мир? В следующей слоке содержится ответ. This sloka now we are going to discuss to understand the real meaning for why Bhagavan going to take trouble to create this material world. One kind of playing is one kind of playing lila. В действительности это лила, это игра. Поэтому в следующей сутре сказано. Когда? То есть одни его говорят, почему, для чего Бхагавану совершать материальный мир? Вторые отвечают, вторая группа оппонентов отвечают. Порой мы видим, что кто-то наполняется счастьем, переисполнен счастья. Даже порой, совершая баджан, мы становимся такими счастливыми, аж танцевать начинаем. А Бхагаван танцует в лесу. Радхарани спрашивает, «Лалита, ты откуда пришла?» «О, я с того леса, где сейчас Кришна. А ты видел там Кришна?» «Да, что он там делает? Танцует. А кто же его гуру? Ты?» «Он как сумасшедший один там танцует». Когда маленький ребенок играется, у него нет никаких, никакого желания выгоды. Для чего он это делает? Ради чего он играется? Нет никакой выгоды, никакой цели. Просто для собственного удовольствия. В Нараян Самхите сказано, что Бхагаван не совершает ничего, не делает ничего без причин. То есть ни для каких... Бхагаван Сварупананда. Все, что... Это очень тонкий момент. Бхагаван полон ананды. Преисполнен ананды. Переполнен. И когда ананда наполняет тебя, автоматически человек начинает танцевать. Итак, Бхагаван, он полон, полон, она сочится из него, у него нет уже свободного места, где бы не было ананды. И таким образом он автоматически под ее влиянием начинает действовать. И для, с точки зрения обычных людей, это что-то необычное, то есть что-то несвойственное нормальным людям, то есть... Не с того, без всякой причины Бхагаван начинает танцевать. Мы знаем, что
Мукта Пуруш. Бхагаван Пурна, и в этом не может быть никаких сомнений. И Мадхаверна Пурипад тоже стал... он не просил никогда ничего, ни от кого. И таким образом он тоже становится Пурна, потому что он преданный Бхагавана, который является Пурна. Итак, в Мундаке Упанишаде сказано, все, что бы мы ни делали, делается для достижения чего-то. Всему этому есть причина, но это неприменимо к Верховному Господу, потому что Он полон Сварупананды. Когда сумасшедший человек переполнен счастьем, он начинает танцевать. Какова причина его танца в таком случае? Это лишь выражение его наслаждения. Таким же образом, Парамешвара также совершает подобную лилу, не преследуя никаких целей. Сварупананда переполняет его. И я уже говорил о том, что Бхагаван делает без всяких, делает то, что он хочет, без всяких причин. Он создает материальный мир, полный разнообразия. Вы посмотрите цветы, какого цвета, сколько, насколько разноцветны птички, как разнообразные растения, деревья. Если вы... То есть вы можете понять, смотря на все это, что Бхагаван полон расы, он расик. Он создал эти бесконечные разнообразия. Он инженер высочайшего порядка, высочайшего класса. Бхактивинод Тхакур дает ответ. Бхактивинод Тхакур speaking. Кришна is Karuna Maya. Кришна это Karuna Maya. Кришна is Karuna Maya. But you should not forget Krishna is also. Но мы не должны забывать о том, что он также является Лила Maya. Dynamic and eternally engages. Динамически, вечно. То есть он постоянно вовлечен в эти игры. Джива может стать его спутником в этих лилах. Несмотря на то, что Кришна, как я уже рассказывал, Кришна самодостаточен, он постоянно ждет новых и новых джив, которые придут и будут играть с ним. Итак, Кришна Karuna Maya. Но также нельзя забывать о том, что он Лила Maya. Он вечно вовлечен в игры. With the view that the jiva could become an active partner. И джива может стать спутником в этих различных лилах. Господь создал этих джив, создал джив,
her humble position as a marginal being to the soaring heights of Mahabhava. From this low position, для того, чтобы из низкого положения, своего низкого положения, Кришна, Джива, что Кришна привел бы Дживу к Махабхаве. И, то есть Дживе дается свобода выбора, и Кришна смотрит, каково желание этой Дживы. Сокровище свободы дано Дживе. И Господь хочет, чтобы Джива из своего смиренного положение обрела высочайшее духовное развитие сознания, чтобы она развилась, чтобы она твердо была, обладала твердой решимостью. Обрести духовное положение. Господь также создал несколько уровней материальной энергии. Простите, вообще энергии, не только материальной, от грубой, от аханкара, это неправильное отождествление себя с материей. Джива выбирает путь материального развития, материального прогресса и в поисках на пути к личному счастью. На пути Дживы множество препятствий, трудностей. Джива, которая пытается насладить свои чувства и полностью отвернулся от своей сварупы, авидья действует на нее так, что она взращивает, увеличивает расстояние между этой Дживой и Верховным Господом. Из-за своего невежества они сами увеличивают это расстояние от Верховного Господа. То есть свою отдаленность от Верховного Господа. Но сострадательный Господь в своей вместе с трансцендентной обителью и спутниками нисходит сюда и предстает перед Дживами, давая им возможность обрести, достичь высочайшей обители, высочайшей цели. То есть он дает им возможность взрастить себя, развить себя до трансцендентной обители и занять положение вечных спутников Господа. Как обычные материалисты. В действительности мы не можем сравнивать Верховного Господа с материалистами, но для понимания Bhagavan, though actually there is no necessity for Bhagavan to create this material world. Нет никакой необходимости для Бхагавана совершать этот материальный мир. Но переполненный Сварупанандой, когда человек
полон наслаждения, счастья, он начинает танцевать. Точно так же и Верховный Господь создает это творение. Таким образом, дан этот пример. И сейчас возникает вопрос. Вторая часть, первая глава, 32 шлока. Я уже прочел вопрос из письма. У Брахмы нет недостатка ни в чем. У Брахмы нет никакой предвзятости. Если в действительности Бхагаван не ответственен за это творение. Первый вопрос: создатель Бхагаван или не создатель? Затем вторичный вопрос: если Брахма создатель. Автоматически кто-то может сказать, что пристрастие Бхагавана не есть справедливость. То есть это несправедливо, что... Но в действительности это неприменимо. Несмотря на то, что Бхагаван — создатель, мы не можем сказать, что Бхагаван бессердечен, что он пристрастен. Мы не можем этого сказать. Почему? Нет причины, по которой мы можем назвать Бхагавана пристрастным. То есть он беспристрастен. Джива в соответствии со своей кармой принимает то или иное рождение, и им не в чем обвинять Бхагавана. В соответствии с кармой Бхагаван может дать плоды. Бхагаван дает плоды по карме. В соответствии с кармой он посылает дживе то, что ей суждено по карме, что она заслужила. Создатель Брахма, Бхагаван, зависит, полагается на карму джив. На индивидуальную карму каждой дживы. И в соответствии с этим сейчас еще один вопрос возникает. Если Бхагаван полагается на дживу, на карму джив, карму живых существ, в таком случае, Бхагаван действует по карме или он нейтрален?
Если Бхагаван создал этот материальный мир в соответствии с кармой джив, если Бхагаван зависит от кармы джив, тогда он точно не Ишвар, могут утверждать некоторые. Если он вездесущ, всеполон, зачем ему полагаться на карму живых существ? Но если мы скажем, что Бхагаван совершенно равнодушен к любой карме, то есть, но если мы утверждаем обратное, то определенно Бхагаван обладает некоторым пристрастием, каким-то пристрастием, пристрастностью. То есть дживы могут обвинять Господа, почему он поместил в этот материальный мир джив, чтобы те страдали. Но и Ведавьяс, опираясь на... Через сутры он дает ответ на этот вопрос. Он говорит, нет. Господь не выражает никакого пристрастности. Он создает это творение. Без изъянов. Если бы Бхагаван не отплачивал дживам в соответствии с их кармой, если бы он не давал результатов кармы, в таком случае можно было бы обвинить его в пристрастности. Баладев Видьябхушан говорит, мы не можем сказать, что если Бхагаван дает результаты кармы, поэтому он никакой не Бхагаван. Как царь, который дает результаты то есть в соответствии с поведением своих подчиненных, он вознаграждает их или наказывает их. Сейчас встает вопрос, если дживы совершают карму, получают плоды своей кармы, как же мы можем назвать, что Бхагаван контролирует все, что он конечный контролирующий? Из Бхагавата мы знаем, Sukham, dukham, bhayam, khemam, karman, naiva, vipaddati. We find this one. Karmana jayati jantuho, karman, naiva, praliyati. Sukham, dukham, bhayam, khemam, karman, naiva, vipaddati. There also Bhagavan speaking this way. Dehanu, uccha, vachanu, jantuho, Prapot Srijati Karmana Shatru Mitto Mudasinaha Karmaiva Guru Rishwaraha. Same chapter. 10th canto, 24th chapter. Та же самая глава. Also Nagapatni. 10th глава, 20. You know, Kaliyadaman we read. Kaliyapatni, all the wives of Kaliya speaking. Najohi Dando Krito Kilvishe Asmin. Как же мы можем сказать, что Бхагаван конечный, то есть верховный контролирующий, так же, как описано до Говардхана Пуджи, Sukham, dukham, bhayam, khemam, karman, naiva, vipaddati. We find this one.
В той же самой главе дается этот стих. Также говорят жены. Калиопатни говорят: «О Прабху, ты награждаешь Дживу в соответствии с ее кармой, поэтому ты не виноват в ее, ты не несешь ответственности за них». Бхагаван — верховный контролирующий, всемогущий. Бхагаван контролирует все. Приводится пример Баладевом Видьябушаном. Облака с дождем. Если нет облаков, тогда не может быть дождя. Если нет туч, не будет дождя. То есть должно быть какое-то семя, посаженное в землю. Возможно, кто-то... Если кто-то посадил семена на поле, но не было дождя, они не прорастут. В конечном счете, Бхагаван конечный контролирующий, потому что контроль над всем в его руках, так или иначе. То есть он верховный контролирующий. Без дождя. То есть карма уже существует. Джива бесконечное количество времени вращается в цикле рождения и смертей. Но без дождя не могут прорасти семена, посаженные в землю. Точно так же карма, она анади, она путешествует вместе с дживой, но без помощи силы Господа. То есть без помощи Верховного Господа ростки не могут прорасти, семена не могут прорасти. Верховный Господь обладает свободой относительно этого. Поэтому он говорит иногда, что я повсюду и нигде. Карма всюду путешествует с дживой, но без помощи Верховного Господа
плоды кармы не проявятся. Джива не получит плоды кармы. Потому что плоды кармы находятся в руках Верховного Господа. Как я уже привел пример, без дождя ростки семена не могут прорасти. Без помощи Верховного Господа Верховный Господь обладает свободой относительно этого. Поэтому порой говорится, что он говорит, что я нигде и я повсюду. Это противоречивое утверждение. Я тут повсюду, нахожусь повсюду в этой вселенной. Но в то же самое время он говорит, я нигде. То есть в материальном мире, он говорит, что в материальном мире вы можете найти меня повсюду. А затем он утверждает, что полностью противоположное. Он говорит, что материальный мир не находится внутри меня, и я также не нахожусь в нем. То есть верховной духовности для Верховного Господа все, не имеет, нет никаких противоречий. В соответствии с вторая шлока говорит о том, что Бхагаван абсолютно беспристрастен. Мы слышали много раз, можете сказать вы, что изначально был Брахма. То есть вновь встает вопрос о времени. Изначально был лишь Брахма и ничего кроме него. Это сказано в Упанишадах. Но как же карма может стать анади, когда не было ничего в этом мире? И если нет никакого, то есть никакой кармы, был только Брахма. Если бы мы сказали, Бхагаван дарует плоды дживе в соответствии с кармой, в таком случае мы должны сказать, что Бхагаван не беспристрастен. Почему? Потому что до того, как материальное творение было сотворено, в Упанишадах сказано, что был лишь Бхагаван, что был лишь Брахма. И определенно Бхагаван обладает не беспристрастен. Почему какие-то дживы были созданы как полубоги и наслаждаются, а какие-то дживы были созданы как то есть страдают в материальном мире? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Вьясадева Госвами составил следующую шлоку. Мы выражаем почтение вашим сомнениям, вашим возражениям.
wrong-giving, if we understand, then question coming, стоит вопрос, если не было никакой кармы, только лишь Брахма, то определенно Бхагаван ответственен за то, в каком положении, какое рождение получили дживы, в какое положение они попали. All you already told Adya Gantata, without Brahma, the existence of karma, how can be there? From Brahma, separate existence of karma, sattva. Без кармы, как могло, как может существовать Брахма? Никак. Это невозможно. Shruti, we know. Sadeva, Shomedam Agra Asit. From Brahma, there was no separate existence of nothing. Nothing was there. Кроме Брахмы не было никого в этом мире. Patiti, we cannot find. До его творения. So how we can understand? Then answer giving. На это дается ответ. You know, в своей Говинда Бхашья в комментариях Баладе Видьябхушана приводит доказательства. Карма и кшетрагья, то есть поле, тело подобно полю, куда Гурудев сажает семя, поливая его. Мы должны поливать это семя. Солнце — это санкиртан для этого ростка. Как прорастает наша бхакти лата бидж. Баладе Видьябхушан говорит, карма так же вечна, как и Брахма. Брахма вечно существует. Точно так же джива, ее карма вечно существует. Нет ни начала, ни конца их существованию. Дживы, они вечны, как Брахма. В шастрах сказано об этом. Это неправильное утверждение, что был лишь Брахма и ничего, кроме него. С ним также была карма. И также дживы, они вечно существуют. Точно так же, как и Брахма. Таким образом, он приводит доказательства из разных мест, мест шастр. Итак, Вишну посылает результаты в соответствии с кармой дживы. Во время пралая джива находится, принимает форму семени, находится в форме семени внутри Вишну. Карма анади, джива анади, Брахма также анади. Variety already there. So whom to blame? Eternally existing. Karma anadi. Карма вечно существует. Джива также вечно существует. И концепция, то есть вопросы о том, что было первичным, исходит из этого материального мира, из нашего материального понимания. Прошлое, настоящее и будущее неприменимо к трансцендентному. Бхактисиддханта Такур говорит, с помощью вашего баджана вы должны погрузиться в глубокую медитацию, и тогда вы осознаете, что есть что. А иначе вы все будете судить с материальной точки зрения, и будет много проблем. From Brahma,
There is no separate segregation of karma. Everything present. Karma is also present. Карма вечно существует. Бижанкурабат, так же, как и Брама. Это бесполезный вопрос, как я уже сказал, что первично, дерево или семя. Потому что, как мы уже выяснили, карма анади, как мы уже поняли. Но кто-то задал вопрос, если нет семени, нет ростка, но из шастр мы знаем, что вначале семя, а потом дерево. Вначале семя, потом росток, затем или сначала росток, а потом семя. Это сиддханта, этот вопрос, он, эти обсуждения бесконечны. Они не имеют ни начала, ни конца. В читании Чаритамрити также я могу привести примеры того, как Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, отвечает на подобный вопрос. Как вы помните случай с Чхота Харидасом? Бхагаван представил урок с помощью него. Махапрабху знал, какую ошибку он совершил, и он наказал его. Во время Нилачала Лилы Бхагавана, когда я буду говорить о ней, я смогу в деталях рассказать этот случай. Махапрабху никогда не простил его. Если кто-то задавал, поднимал эту тему, касаемо Чхота Харидаса, он очень гневался. «О, ты хорошо, ты можешь продолжать, а я пошел». Не говори при мне на об этом. Если будешь еще говорить, я вообще уйду полностью из Нилачалы. И тогда все. Все прекращали говорить об этом. Спустя год. Никто не хотел уже говорить на эту тему, потому что он каждый раз гневался. Все боялись говорить об этом. Они боялись сказать, что Харидас отправился в Аллахабад утопиться. Он решил утопиться в слиянии трех священных рек. То есть он сделал это, и преданные боялись сказать Махапрабху о его кончине. Когда? Севак, какой-либо севак начинал говорить, когда говорили Махапрабху, что Чхота Харидас отправился в Аллахабад на слияние трех священных рек, он для того, чтобы совершить служение, для того, в надежде обрести служение, бросился в эту реку и покончил с собой. То есть это сказали Махапрабху. Если дживатма, то есть Прабху начал говорить на это, дживатма получает плоды своей деятельности в соответствии с тем, что она совершала, то есть хорошие дела, хорошее, плохое, плохое. Также на кармани локасса сриджати прабху. This slokha, you know? Follow you this. На картитвам на кармани локасса сриджати прабху. In Gita,
Бхагаван говорит Арджуне в Бхагавадгите, карма вечна. Двойственность — это главная проблема. Бхагаван говорит в Гите, Бхагаван Кришна говорит, о Арджуна, Бхагаван не создавал двойственность в Дживе, она автоматически развилась с ней. И карма также вечна, она постоянно сопутствует Дживе. It is applicable here for bonded soul. Bonded soul, sometime good, sometime bad, sometime doing bhajan, sometime fall down. Обусловленные души порой совершают бхаджан, порой падают, порой принимают саньясу. What conception? Why after that taking sannyas going to fall down? Приняв саньясу, падают. Саньяса означает джьоти. Джьоти. Как сегодня во время, то есть от йоти происходит это слово, и она означает заботиться. Заботиться о чем же заботиться? О служении. О служении так, чтобы майя не коснулась меня. И Махапрабху дает точно такое же толкование. Приняв саньясу, он говорит то же самое. Прабху говорит, в Чайтанья Чаритамрите написано то же самое, я цитирую оттуда. Саньяса означает полностью посвятить себя служению Бхагавану. Не должно остаться никакого места для личностного удовлетворения, удовольствия. Как же возможно, что приняв саньясу, кто-то падает? Вы понимаете ли вы татастха положение дживы? До последнего момента, то есть проблемы могут быть на всем пути бхаджана. Тысячи шипов на пути бхаджана. Есть много-много разных способов, с помощью которых вы можете ранить себя и пасть. Только лишь час назад. Сегодня со мной Дживатма очень хорошая, согласна со мной. Через час она уже начинает спорить.
Что говорить о часе, об одном часе? Даже секунда. Только лишь аппаратху кто-то совершил и сразу стал против меня. То есть становится против. Никаких объяснений недостаточно, пока вы не будете должным образом, совершенным образом совершать баджан, чтобы осознать все эти вещи. Бхактивинода Тхакур сказал очень много вещей на эту тему, Баладев Видьябхушана, а также в Упанишадах и Веданте есть так много ответов. Вы говорите, что Бхададжива... обретает ситхи, затем становится мукта-пурушей. Но в действительности это не так. Я уже сказал о Биламангале Такуре. В следующий раз я опять повторю, что сказал Прабхупад. Когда Махапрабху Махапрабху слушал Кришна Карнамриту день и ночь. Думаете ли вы, что он стал бы слушать книги, написанные обусловленной душой? То есть всю жизнь Махапрабху обсуждал Пурушоттама, то есть всю Пурушоттама Лилу он обсуждал Кришна Карнамриту, он не мог жить без нее. День и ночь он читал ее, и ее написал Биламангал Такур. А Рупа Госвами говорит о обусловленных душах. Сегодня я хочу дать лишь одно указание. И постарайтесь обдумать то, что я сейчас скажу. Допустим, я нахожусь на берегу Ганги. И бросая каплю воды в Гангу, или одно ведро воды в Гангу, как только я забросила туда, я уже не могу ее отделить. И если кто-то еще попытается сделать это, у него ничего не получится. Возможно, он и взял мою воду, которую я туда вылил, но он все равно то есть он берет воды Ганги. Точно так же. Ведро воды, вылитая в Гангу, уже невозможно отделить от вод Ганги. Вечность. Когда Сиддха Махатма уходит в трансцендентную обитель, Сидда Махатмы могут видеть себя, видеть свое положение в трансцендентном мире, находясь в материальном. Это очень тонкий момент. Я буду говорить об этом. Если я осознал это, значит, и вы сможете что-то осознать. Но я попрошу вас совершенным образом совершать баджан. Как говорит Бхактивинода Тхакур, только лишь благодаря глубокой медитации в нама-баджане вы сможете осознать все эти вещи. В противном случае это невозможно.
никакие обсуждения не смогут, никакие объяснения не смогут прояснить эти вещи для вас. Также вчера я цитировал одну шлоку из Шримад Бхагаватам. Когда дживатма, путешествуя по материальному миру, благодаря сатсанге, благоприятному общению, благодаря хорошим делам в прошлом, когда она почти стерла все анартхи в сердце, когда анартхи почти ушли, когда эта джива совершает Бхагавата Севу, бхакты также, то есть Бхагавата — это две категории, бхакты и Бхагаватам. Когда джива осуществляет служение двум этим категориям, она определенно взращивает бхакти к лотосным стопам Верховного Господа. Потому что в таком случае невежество, жадность, другие материальные желания уходят из сердца такой дживатмы. Сердце. Кама, кротха, лобха, все это оставит живу, все эти вещи уйдут от нее. И она обретет полное трансцендентное удовлетворение апракрита, потому что она обретет стабильное положение. Утвердиться в шуддха-саттве. Понимаете, как вы, я дал вам лишь указание. В следующих, попытайтесь обдумать все, о чем было сказано сегодня. В следующей харикатхе я объясню. Яд сактайо бадатам бадинам вай вивад санбад бхуво бхаванти курванти чайшам мухуратмамохам тасмай намананта гунайо бхумне тасмай намананта гунайо бхумне ванчакалпатурвасе кипасиндабхавиша патитанам паванабхавишнам бхё намонам.